А вот и деревенька. Сейчас обстановку оценим. Чего же это у вас, бабуся, коромысло новое на земле валяется? Непорядок. Так беда у нас, сынок. Что ж за беда такая, чтобы коромыслами разбрасываться? Напал на нас ворог окоянный, соловей-разбойник, да будь он неладен! Да что же это такое на Руси творится? Беспредел и беззаконие! Налицо масштаб разрушений. Здоров, будь добрый человек. Чего это с твоей недвижимостью приключилось? Стихийные бедствия, богатырь. Соловей-разбойник напроказил. Ну, соловушка, ну, забаловал. Вот я ему, паршивцу. На дворе трава, на траве дрова. Вот она, река Смородина. Торчит бревно. Вот это машинерия! Ничего себе колесико! Ничего себе колесико! Не пытайтесь повторить это дома. Thank you.
Никак не поднять жорнов без силушки богатырской. А чтобы вернулась она, поесть мне нужно хорошенько. Я вот муки на мельнице взял. Может, испечешь мне хлебушка? Это можно. Только печка-то у меня дряхлая совсем. Ее дней 10 топить надо, чтобы испечь чего. Ну так хотя бы тесто замеси, а я уж сам испеку. Можно и замесить, ты только воды и соли принеси. А то мне с лавки-то вставать не сподручно. Что делать? Принесу. А соли у тебя часом не найдется, добрый человек? Соль есть. Я ее всегда за печкой прятал. Вот и осталось. Только тебе не дам. Как-никак, последнее мое добро. Ну так, может, я тебе чего взамен принесу? Приноси. Только мне теперь не надо ничего. Ой, да и класть некуда. Вот, держи свежий выпуск еженедельной бересты. Вещь ценная. И почитать можно, и от дождя укрыться. Это дело. Давай. Возьми соль, богатырь. Кушай на здоровье. Ну как там? Подошло тесто, бабуся? Какое там? Ты мне соли принеси еще, тогда и будет тесто. Ну как там? Подошло тесто, бабуся? Подошло, подошло. Вот, держи. Шли бы вы отсюда, бабуся, схоронились в каком-нибудь безопасном месте. Так чё идти-то? Поразбойничал уже соловей, всё добро собрал. А теперь-че за мостом сидит, да пересчитыват. Ну, это ненадолго. Начинаем дровометание. Кто это дровами кидается?
Ну вот, теперь у меня сотрясение мозга. Что-то прицел у меня сбился. Пойду погуляю немного, а потом еще попробую. Начинаем дровометание. Топливо загружено. Слез бы ты с печи. Затопил я ее, чтобы хлеба испечь. Жарко сейчас будет. А мне жаркостей не ломит. Вот это другое дело. Чувствую, как возвращается силушка. Сейчас задам соловью по первое число. Вот он, разбойник. Сейчас буду задержание проводить. Ну что, добегался, соловушка? Сдавайся по-хорошему, иначе за сопротивление при аресте... Не взять тебе меня, богатырь! Руки коротки! Вот стервец... За грабеж и сопротивление властям арестовываю тебя, Соловей Рахманович, разбойник-рецидивист. Тьфу ты, глухоман. Совсем в чищобе заплутали. Да не заплутали. Я специально к заставе вышел, чтобы служивых о Соловье расспросить. Так, чего ты тогда ждешь? Приветствую, доблестных воинов. Здорово, родственничек. А я вот в гости решил заглянуть. Да ну!
А кто Забаву в заграничный университет отправил? А нас Никитичем глухомань дальний упек. Ну, так это для пользы дела. Учение, как говорится, свет. Свет — это хорошо. Зачем пожаловал, князь? Правду говори, да побыстрей. А то у меня времени нет совсем. Понимаешь, служба. И я весь в заботах, весь в делах. Вот соловья разбойника, преступника государственного изловить пытаюсь. Соловья? Гоняли мы тут разбойника этого и банду его. Да так поймать и не смогли. Логово, говорят, у нее тут недалеко. Вот только где, один добрый не знает. Так спит он. Это точно. У него недавно биоритм сбился. Днем почивает, а ночью бродит и никому спать не дает. А будить его бесполезно. Вот, смотрите. Добрыня! Смирно! Я же говорил, бесполезно. Придумаем что-нибудь. Нам до ночи ждать нельзя. Вот это я понимаю. Здоровый богатырский сон. Никакой воинской выправки. А еще говорят, богатыри, элита воинская. Перед ним сам верховный главнокомандующий стоит. А он, знает, дрыхнет. Зря ты, князь, серчаешь. Добрыня Никитич богатырь видный, в боях проверенный. А что не добудиться его никак, так это особенность организму такая. Вот это я понимаю. Здоровый богатырский сон. Как служба, боец? Да какая служба? Скукота одна в этой глухомане. Ни тебе тугар, ни тебе чудищ, ни великанов. Хорошо, хоть разбойники остались. Значит, в гору... Под мостом, через перевал, мимо логова дикого вепря, к логову разбойников и выйдем. А главная примета — высокое дерево. Вот примета наша. Отродясь, такого высокого дерева не видал. А может, вернемся на заставу и подмогу позовем? Нет на это времени. Соловей-разбойник улизнуть может. Блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Да, дикое место. Вот вернусь в Киев,
Прикажу здесь канатную дорогу построить. И фонтан. Батюшки свет, как же можно так без всякой техники безопасности? Знатный клинок. Большой вес должен выдержать. Вот бы еще один такой. Блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Вижу, блестит там что-то в кроне. Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. Ну что, пойдем проверим, что там у разбойников в пещере? Неужто золото? Да откуда золото у этих злыдней? Мне бы вот коня своего найти. Замкнутый круг какой-то получается. Это что ли, замок разбойничьей пещеры?
А хорошо оно складывается. Хорошо оно складывается. Хорошо оно складывается. Вот оно, логово разбойничье. Пора награбленное реквизировать. Нече нам на чужое добро зариться. Бурушку искать надо. Плакало мое золото. Какое еще золото? Это образное выражение такое. Вам, непросвещенным, не понять. Не обращай внимания. Неохота там рыться. Уж больно пыли много. Вот это правильно! Лук под подушкой держать к хорошей стрельбе. Бурушка, отзовись! Жив ты там, друг мой дорогой? Эх, не слышно ничего. Но где же еще им богатырского коня прятать, как не за этой дверью? Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. Знатный дым, прям столбом в небо. А вот и разбойнички показались. Ну, мне пора.
Вы, барышня, кто такие будете? Летописец я, штатный обозреватель еженедельного издания «Новая Береста». Вечно эти писаки под ногами вертятся, делами государственными заниматься не дают. Ах, не дают, значит? Ну тогда я не расскажу вам, что о планах соловья-разбойника разузнала. И что, много узнала? А как же, целую ночь у замочной скважины подслушивала. Говори, барышня, не томи. Ну ладно, слушайте.
отправился соловей-разбойник в волшебный лес. Все. А конь богатырский при нем был? Был вроде, или не был. Я через стенку железную и не расслышала. Вот вечно с этими летописцами так. Услышат, что краем уха, а потом раструбят небылицы. Вот вернусь в Киев, летописцев всех в темнице, а бересту вашу на лукошки пущу. Не серчай, князь, помогла она нам. Это нарушение свободы слова. Я буду вече международной жаловаться. Ладно, пора в лес волшебный идти. Уйди с дороги, страхолюдина. Сам князь Киевской пройти желает. Кому страхолюдина, а кому и здравствуй, любезный брат леший. Из дороги не уйду. Тут явно для чего-то место оставлено. Прости нас, друг любезный. Горяч князь Киевский, вечно не подумавший языку волю дает. Мы злодея соловья-разбойника преследуем. Говорят, он в лес волшебный подался. Ну и простить, от раз плюнуть. И соловья я твоего видал, давеча проходил здесь. А как его найти, не подскажешь? Ну, это проще некуда. Идешь куда надо, там все, что нужно, и находишь. Только за проход плат положено. А что за плата? Ну, как для тебя и твоего невоспитанного друга, плата особая будет. Песочные часы с кукушкой принесете, тогда и проходите куда надо. Что это ты такое, брат леший, удумал? Песочные часы? Да еще и с кукушкой. Еще и издевается, страхолюдина. Пойдем в лес, там, глядишь, и соловей найдется. И то правда. Вот это я понимаю. Монументальный дорожный указатель. Право излишества. А что написано-то на нем? Прямо пойдешь, время потеряешь. Направо пойдешь, жену найдешь. А налево пойдешь, так смерть найдешь. Что, и вправду смерть, что ли? А я почем знаю? Вот напасть-то! Изымаю колюще-режущий предмет. Тяжеленный, зараза! Тяжеленный, зараза! Слазай, что ли, под камень. Нутром чую, есть под ним что-то ценное. А это не опасно? Коли сразу полезешь, пока я не устал, то не опасно. Эх, была не была. Ты там что, жить собрался, княже? Да есть у меня тут дело государственной важности. Да сколько можно? У меня уже трицепсы задеревенели. Вот упущу камень и быть в Киеве новому князю. Я, между прочим, не абы что, а колечко золотое сыскал. А тебя, богатырь, за крамолу можно из государственной службы того. Так уже того. Вот и по делам. Ну что, направо пойдем. А вось и жена кому-то достанется. Может, ты меня здесь подождешь? Притомился, поди. А я быстренько, туда и обратно. Ну, давай. А ведь милое местечко.
прохладный фасончик. Здравствуй, девушка. Здрасте. Вижу я, девушка, у тебя часы песочные имеются. Не подаришь? Мне как раз такие нужны. Как же так можно? Совсем незнакомому человеку подарок делать. Мне сначала нужно узнать вас хорошенько. Так что вы ко мне еще в гости приходите. А лет через 10 я вам часы и подарю на юбилей знакомства. Ну, я так долго ждать не могу. К тому же, ты мне уже прямо сейчас совсем как родная стала. Ой, вы меня смущаете. Но болтать это всякий гораст. А вот вы докажите, что я вам нравлюсь. А как? Но это вам лучше знать. Давай обручимся. Как романтично. А теперь подаришь часы? Конечно. Спасибо, невеста моя. А сейчас я должен уйти. Я буду ждать вас. Сходим, что ли, налево? На смерть поглядим. Шибко интересно мне, на что она похожа. Сходи один, Илюш. А я пока все обмозгую хорошенько. Как говорится, 7 раз отмерь. Ну... Как знаешь. Лепота, тишь да гладь. А знатный здесь грунт, черноземный. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Ладно, можешь не отвечать. Вот только не говори, богатырь, что собираешься меня на честный бой вызвать. Ну сколько можно вам повторять? Бессмертный я. Так что не будем друг у друга время отнимать. Ну почему меня никто никогда не слушает? Все-таки решил биться. Да постой ты. Не буду я с тобой драться. Ага, струсил? Да не затем я сюда пришел. Дело у меня срочное. Соловья-разбойника ищу. Не видал часом? Не, не видал. Но у нас в волшебном лесу все просто. На опушку возвращаешься, да идешь по дорожке куда надо. Все сразу и находится. Так леший не пускает, плату требует. Да не простую, а песочные часы с кукушкой ему подавай. Может, у тебя такие есть? Часы есть, только не песочные, а механические. Да и кукушка сдохла давно. Так может, отдашь мне их? Глядишь, и пригодятся. Ну, это ты загнул. Часы старинные, еще от моей матушки остались. Хлам, конечно, но так просто не отдам. А если я чего для тебя сделаю? Точно, птицы мне совсем покоя не дают. Весь цвет в саду поклевали. Прогонишь, а ли изведешь их как? Тогда я отдам часы. Договорились. А знатный здесь грунт, черноземный. Это страсти.
Я и сам испужался почти. Сад от пернатых вредителей очищен. Точно! Знатный теперь урожай яблочек соберу. Приходи через месяц, богатырь, яблочного вареница отведать. А как же, зайду. Только мне бы сейчас часы обещанные получить. Так договор дороже денег. Вот они, часы. Благодарствую. Да, не комплект получается. Рассказывай, как дело было с русалкой? Да ничего особенного. Колечко подарил, посватался. Вот она мне песочные часы и отдала. Вот тена. У нее ж рыбий хвост. И холодная, небось, как селедка. Ну, это ничего. Главное, чтобы человек был хороший. К тому же я на ней жениться все равно не собираюсь. Почти готовы часы. Осталось только кукушку заполучить. А она, зараза, высоко слишком сидит. Пойдем, что ли, подсажу тебя, чтобы ты птицу эту изловил. А может, ты сам управишься? Да не бойся ты. Смерть там совсем не страшная. Кощей бессмертный. Только он безобидный совсем. Ну ладно, пошли. Я человек рисковый. Ну, видишь? Ничего здесь страшного. А точно! Такой я лихой человек. Не страшна мне смерть. Кто тут режим тишины нарушает? Это не я. Ладно, до 11 шуметь можете. Я хоть и бессмертный порядок знаю. И совсем я не испугался. Ну, чего? Давай подсажу тебя. Попробуешь кукушку для часов изловить. Не, высоко. Упаду еще, шум подниму. И как кукушку ловить, если ты за ней лазать отказываешься? У нас, образованных, свои способы имеются. О, еще один Витязь пожаловал. Не веришь, что ли, что бессмертный я? Да как в такое поверишь? Только я человек не военный. На своей шкуре проверять не намеренный. Ну почему же обязательно на своей шкуре? Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Вот это да! Устала птица Кощеева-то годы считать. Ничего, в часах передохнешь маленько. Вот, держи. Все, как ты просил. Песочные часы и с кукушкой. Ай да богатырь, ай да умелец. Порадовал лешего. Ну, проходи туда, куда надо, там все и узнаешь. Может, это совсем не то место, куда нам надо? Вот сейчас и проверим. Здравствуйте, бабушка. Вы здесь часом соловья-разбойника не видели? А как же, видала.
только он сейчас поди в Царьграде самом. Конь уж больно знатный у него. И корабли есть мы таракани, регулярно ночью в Византию ходят. Вот беда. Спасибо, бабушка. До свидания. Пора нам. До Царьграда путь не близкий. Ты это, милок, не спеши. Византия-то на медне визовый режим с Русью ввела. Так что не пустят тебя в Царьград без визы. Вот бояре не доглядели. Вернусь в Киев, всем головы с плеч поснимаю. А как же соловей без визы ентой в Царьград попадет? Так есть у него виза. Я сделала. Как так сделала? Выходит, государственному преступнику сбежать помогла. Ты, богатырь, не горячись. У соловья твоего чай на лбу не написано, что он разбойник. А у меня честный туристический бизнес. Заграничные визы все как настоящие. Вот и вам сделать могу. Всего-то сотни золотых с носа. Это грабеж. Где же мы деньги-то такие возьмем? Ну что за клиент такой пошел? Денег у него нету, а за границу хочет. Ну и тут я вам навстречу пойти могу. У русалки местные усики есть. Уж больно они мне нравятся. К цвету моих зубов отлично подойдут. Достанете их, сделаю визы. Ладно. Ну что, князь, сходим к невесте твоей за бусиками. Знаешь что, богатырь? Тут я вспомнил, что шибко занят. Ну, дела не государства. Визит официальный византийскому императору на носу. Так что извини, помочь не могу. Ладно, как-нибудь сам управлюсь. А Василевс за мной личный свой лайнер пришлет. Дорожку красную до дворца скатает. До соловья разбойника и казну государственную на блюде поднесет. Ведь он мне брат, по крови ладошки. Не понял. Неужто обманул меня князь? Ну да ладно, без него легче будет. Да, занятное сантехническое сооружение. Здорово, девица красная. Или зеленая? Здравствуйте. Вижу я, бусики у тебя красивые. Не отдашь их мне? Ну уж нет. Я теперь девушка обрученная. Подарки мужчинам делать не могу. А если я принесу тебе чего взамен? А знаешь что? Принеси мне зуб змея Горыныча. Обменяю его тебе на бусики. Я по басурманскому гороскопу дракон. Вот повешу зуб себе на шею, и удача мне будет. Ну, здравствуй, товарищ бессмертный. Ты часом змея Горыныча не видал? А как же, видал. Он у меня гостит. Заходи, чайку вместе выпьем. А домишко так ничего, уютненький. Еще бы. У меня тут все по фэншую. Идеальная гармония. Здорово, змей. Здравствуйте. День добрый. И тебе здравия, коли не шутишь. Зуб дашь? В смысле, зуб твой мне очень нужен. Для дела. Да я бы с радостью. У меня ведь зубы, как у акулы. Выбьешь, сразу новые вырастают. Только боли мы боимся. Ну, так боли перетерпеть можно. Ты ж змей, а не лягушка какая. А я тебе взамен чего-нибудь принесу. Али сделаю для тебя чего. Да, силу воли укреплять нам надо, и не говори. Так что уговорил богатырь.
Только сначала в шашки с нами сыграй. А то мы с Кощеем играть больше не можем. Выигрывает он постоянно. Ну, давай сыграем. Вот теперь настроение у нас хорошее. Можно и зуб рвать. Только из какой головы? Я не могу. У меня в прошлом месяце только флюс прошел. А я что ли могу? Я и так за вас двоих все тычки получаю, потому что посередине. А я? Я вообще не буду. Ладно, давайте как обычно разыграем. Вот, держи змеиный зуб. Тяжело мне достался. Спасибо вам. Вот теперь будет мне удача. И жених мой суженый возвратится скоро. Князь, что ли? Так он за море в Царьград подался. Так что скоро не жди. Значит, когда вернется, подарков мне заморских привезет. Ох, и счастливая я буду. Вот бабы. Ничего так, цепочка. Вот, держи. С трудом у русалки добыл. Спасибо, богатырь. Эх, и хороша же девка. А насчет бумаг византийских как? Не боись, за нами не заржавеет. Вот, держи. Лучше, чем настоящие. У меня на них дополнительная степень защиты установлена. Будем надеяться. Ладно,
Прощай, Яга. Мне пора в Царьград. Вроде чисто у них тут все и аккуратно, а говорят еще тьму таракань. Здоров будь, служивый человек. А барышню-то, что за решеткой у вас сидит? На каких основаниях задержали? Так без документов она и ведет себя уж больно нахраписто. Что есть, то есть. Но как служба? Да вот, с переменным успехом. То берем добро, то даем. Эй, в походной жизни вещь первейшей необходимости. Вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Скажем нет произволу чиновников. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Свободу узникам совести! Здорово, барышня. Вижу, опять у тебя проблемы. Никаких проблем. Изучаю быт задержанных на границе. Ну, как знаешь. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут. А чего бересте первосортной пропадать? Так ведь и сгниет. Свободу узникам совести! Ну, вот и кораблик. Здравствуй, мил человек. Этот, что ли, корабль до Царьграда плывет? Плавает лапша в супе. А мы ходим сухопутный. И до Царьграда ходим, если тебя это интересует. Значит, можно на вашем корабле до Царьграда доплыть? В смысле, доехать. То есть, дойти. Нельзя. У нас на борту груз секретный для Византийского министерства обороны. И пассажиров брать не положено. И что, вообще никого не берете? Пассажиров не берем. А вот в команду нам один человечек требуется. Специалист по морским узлам. А может, я подойду? Всегда мечтал моряком стать. Ну, попробуй. Вот, держи тестовое задание. Как развяжешь все узлы, приходи. Кажется, не за тот конец потянул. Слушай, не сложилось как-то с твоими узелками. Уж больно хлипкие они. Может, возьмете меня в команду? А я всему по дороге научусь. Не, нам такие специалисты не нужны. Годик-другой потренируйся на веревках, а там приходи на другой корабль. Что бы написать? О, я помню чудное мгновение. Нет, не то все. И вообще, нечего бересту понапрасну марать. А ты, барышня, в узелках всяких разбираешься? А как же? Я еще вязать и крестиком вышивать умею. Это хорошо. Освобожу тебя, поможешь мне на корабль пройти? Там как раз специалист по морским узлам в команду требуется. А у меня силушки для такой работы
многовато. Конечно. Я, если на чистоту, и сама в Царьград собиралась визит князя Киевского Византия освещать. Договорились. Сим подтверждаю, что баба за решеткой есть Алёнушка. Так, и подпись. Илья Муромец, богатырь русский. Вроде ничего не забыл. Слышь, морячок, а у вас на корабле печать какая-нибудь имеется? Имеется, конечно. Как положено, корабельная печать. А можешь мне на бересту поставить? А мне только на грузовые декларации и описи багажа ставить печать положено. Вот если бы твоя баба была запакована и ленточкой перевязана, тогда совсем другой разговор получился бы. Это точно. Хотя, с другой стороны, ретро нынче в моду входит. Глядишь, и подойдут очки к моему шлему. Вот так гламурненько будет. Вот грузовая декларация. Удружи, а? Поставь печать. Что-то зрение совсем от этой работы испортилось. А что за груз? Две бочки острых язычков в подарочной упаковке. Хороший груз, ходовой. Вот, держи. Ну, как служба? Да вот, с переменным успехом. То берем добро, то даем. Получи документ на девицу. Вот это я понимаю. Официальная береста. Держи ключ от нашей кутузки. Сам отопри, а то я на нее смотреть уже больше не могу. Выходи, барышня. Ура! Наконец-то справедливость восторжествовала. Сходи, что ли. Попробуй на корабль устроиться. Не переживай. У меня профессиональный подход к людям. Я тут из достоверных источников слыхала, что на вашем судне вакансия имеется. В смысле, вам настоящий профессионал, мастер своего дела нужен. Ну, мастер один нужен. По морским узлам. Только что-то ты, девица, на него не больно-то смахиваешь. Это потому, что имидж у меня такой. Прогрессивный. Давай тестовое задание. Ладно, держи. Ой, сколько узелочков.
Все-таки я молодец. А неплохо получилось. Не получилось. Ай-яй-яй. Получилось. Не получилось. Ай-яй-яй.
получилось. А неплохо получилось. Все-таки я молодец. А неплохо получилось. Все-таки я молодец. Вау! Ай-яй-яй! Все-таки я молодец. Вау! А неплохо получилось. Как известно, дело мастера боится. Поразительный результат. Можете подниматься на борт. Ну, мы, значит, идем на корабль. А ты, Громила, куда? Мы в команду только барышню взяли. Так я без него работать не могу. Он мой личный тренер по фитнесу. Без него я быстро уставать начинаю. Во люди дают.
Да, красотища. Только хлипковат уж больно кораблик. Доски под ногами так и гнутся. И кто палицу добрую этакой загогулиной на конце испортил? Сейчас проверим, исправно ли моряки оружие чистят. А то мало ли что. Ну что, скоро отплываем? В смысле, отходим? А вот это неизвестно совсем. Как так? Так чтоб в Царьград идти, капитан нужен, а он пропал. Велел не беспокоить, а потом его никто не видел. Будем искать. Может, слазаешь на мачту, посмотришь с высоты. Глядишь, что-нибудь полезное и обнаружится. Это можно. У меня врожденное чувство равновесия. И спрашивается, зачем я сюда полезла? Немного высоковато лежит. Проворонила. Вот теперь еще яйцо с палубы отскребать придется. Ну, наконец-то вниз. Во дела. Яйца с неба падают. При чем тут небо? Это я его достала. Так оно ж разбиться могло. Не могло. У меня тут свой тонкий расчет имелся. Всегда мечтал порулить. Интересно, а здесь мышей нет? Может и есть. А тебе они зачем? Вот это ценный пищевой продукт. Вот это ценный пищевой продукт. Чтобы туда вставить. Вот эта животина правильная, богатырская. Ишь ты, брезгует животина заморская. Потому что не растут они на его исторической родине. И то верно. Ишь ты. Так может... И то верно. Скажи-ка, мил человек, а чем ваш богатырский зверь кормится? Ох и переборчивый, страсть. Только фрукты из-за южных морей ему подавали.
Здорово, интуристы. Здрасте. А вы капитана не видали? Это нам уже не интересно. Симпатичная стекляшка. А не угостите фруктами, товарищи интуристы. Очень нам хочется их попробовать. Бананы как бананы. Чего их пробовать? Берешь и ешь. А я вам взамен наших русских овощей на пробу дам. Нет, мы ваши овощи переварить не можем. Еды человеческой месяц не видели. На одних только фруктах перебиваемся. Вот ты нам чего-нибудь приготовь, тогда и отдадим тебе фрукты. Вот это задача так задача. Диковинные плоды не для богатырского организма. Нам бы попроще чего. Держите, интуристы. Приятного вам аппетита. Отлично. Берите, это честная сделка. Хороший крючок. С таким и акулу добыть можно. Почуял еду, зверь богатырский. Так, что у нас тут? Нет, ну, совсем сухопутные обнаглели. Без спросу в служебные помещения вламываются. Я, между прочим, член команды, специалист по морским узлам. А вы, наверное, капитан? Считаю, что больше не капитан. Проиграл корабль голландцам, разорви их тысячи акул. Так что спускайтесь лучше на берег, не пойдет это судно никуда. Так в этой тьму таракань не изгниет.
Ну, а если мы тебе корабль вернем? Да не выйдет у вас ничего. Голландцы эти, игроки прожженные. И во что я с ними играть только не пробовал? Все время проигрывал. Ну, это уж наша забота. Физкульт, привет! Что вам еще? А не хотите ли сыграть со мной на этот корабль? Не интересно. Вы, аборигены, совсем плохо играете. Так что надоело нам. Вот если какую-нибудь новую игру нам предложите, тогда мы подумаем и, может, сыграем. Слушайте правила нашей русской забавы, господа интуристы. Играть будем по таким правилам. Барабан крутим, буквы называем. Если буква в слове есть, открываем ее и получаем очки. Если буквы нет, то ход к противнику переходит. Кто слово первым назовет, тому 500 очков. А кто 3000 наберет, того и победа. Слушайте задание, игроки. Богатое здание в русском стиле, предназначенное для проживания знатных людей. С хорошим ремонтом. Очков. Буква Т. Есть такая буква. Называю слово. Буквы нужно нажимать по порядку. Слово названо неверно. Штраф 500 очков. Моя очередь. Сейчас покажу класс. Двести очков. Буква Ё. Такой буквы в этом слове нет. Мой ход. Сейчас как закручу колесо. Очков. Буква Е. Правильный ответ. Называю слово. Буквы нужно нажимать по порядку. Терем. Моя очередь. Слушайте задание, игроки. Крупный город, феодальный центр русских земель. 50 очков. Буква Ч. Есть такая буква. 100 очков. Буква В. Правильный ответ. Сто пятьдесят очков. Буква Г.
Есть такая буква? Сто очков! Буква R. Правильный ответ! Ха! Я догадался. Называю слово. Чернигов! Мой ход. Слушайте задание, игроки. Крупный город. Феодальный центр русских земель. Очков. Буква Н. Есть такая буква? Называю слово. Буквы нужно нажимать по порядку. Да ты, я гляжу, вполне грамотный человек, богатырь. Можно сказать, интеллигент. Еще бы. Я даже энциклопедии на ночь читаю. Отличная игра. Вот расписка на корабль. Вот это развитая цивилизация! Да ну, суета одна. Ну что... Тебе ко дворцу идти, а мне соловья-разбойника да бурушку искать. Так что прощай, барышня. Ну уж нет, мы команда. Помогу я тебе коня богатырского сыскать, а князь с Василевсом подождут. Ишь ты, баба, а молодец. Скажи-ка, мил человек, а не видал ты здесь часом богатырского коня или соловья-разбойника? Не видел ничего такого. Нам вообще по сторонам смотреть не получено. Привет, дружище. Трогать и кормить животное запрещено. Это жестокое обращение с животными! Да я про вас такую статью напишу! Я действую просто. Мне бояться нечего. Да пребудет с тобой сила, великий гуру. Счастье и просветление подавам тебе. Вижу, к гуру ты со срочной пришел нуждой. Так и есть, учитель. Ищу коня своего богатырского, бурушку. И соловья-разбойника. Их здесь не видно. Но близко чувствую они. В Царьграде уже должно быть. Здравствуй, уважаемый. А не видал ли ты здесь коня богатырского и соловья-разбойника? Не был. Я бы обязательно заметил. У меня глаз зоркий. А хитрая дудочка у тебя, уважаемый. Дуешь в нее, змея и танцует. Это еще что? У меня вот такие инструменты специальные для разных зверей имеются. А? Для ишаков, для верблюдов, даже для слонов. Бери, дорогой. Всего 5 золотых. Слон, ишак, верблюд. Все будут за тобой ходить, как на привязи. Я подумаю. Здравствуй, уважаемый. А не видал ли ты здесь коня богатырского и соловья-разбойника? Видел бы, заявил, куда положено. Стой, на пляж без справки нельзя.
Какой такой справки? Просто поражаюсь глубине твоей отсталости, чужеземец. На пляж нельзя без справки о здоровье. Да таких здоровых, как я, во всем свете не сыщешь. А может, это только видимость? Почем я знаю? В любом случае, у нас порядок такой. Без справки на пляж нельзя. Где ж я возьму эту твою справку? Найди, голубчик, лекаря, да попроси выдать тебе справку. Делать нечего. Попробую. Совсем сатрап местный оплаумил. Справку о здоровье с меня, богатыря, требует. А может, и прав он? Ты на себя-то в зеркало давно глядел? Весь бледный, глаза горят. Совсем с этими поисками измаялся. Да прибудет с тобой сила, великий гуру. Счастье и просветление подавал тебе. Ищешь, вижу, кого-то ты. Так и есть, о учитель. Справка мне требуется, чтобы на пляж Царьграда пройти. Духу моему подвластно это. Плату вноси и справку получишь. Нет у меня денег, великий гуру. Но может что-то еще нужно тебе для просветления? Яду принеси мне, подаван, змеиного свежего яда. Постоянных дух мой испытаний требует. Яд змеиный пить регулярно должен я. Уяснил. Иду искать яд. Вот тебе посудина, змеюка. Смотри мне, чтобы яду до краев было. Знаю, принес ты, что нужно мне. Вот, учитель. Выпей яду. Спасибо, подаван. Яд отличный. Чувствую, мое приближается просветление. Желаешь справиться о здоровье моем, подаван? Да, учитель. Не повредил ли вам яд? Нисколько, подаван. Лишь просветление приблизилось мое. Вот справка. Так вы, голубчик, практически здоровы. Можете проходить на пляж. Ну вот, пляж, а у меня купальника нет. А хочешь, я тебе свою кольчугу дам? Можешь в ней искупаться, она у меня из нержавейки. Да что-то расхотелось. Здоров будь, богатырь Алёша Попович. Здравствуй, Илья Муромец!
Все на службе государственных злодеев ловишь? Да нет. Пришлось уволиться из-за несогласия с политикой руководства. Но злодея одного ловлю. Соловья-разбойника. Похитил он коня моего богатырского. Бурушку? Так я его видел недавно. Из моря вышел на пляж, а я-то думал, примерещилось мне. Да нет, не примерещилось. А куда потом конь делся? Не знаю я. Как решил, что привиделось, так сразу отвернулся от греха подальше. Скажите, а что вы чувствовали, когда сражались с Тугариным? Ну? А вы, девушка, кто вообще такая? Ну что ты сразу начинаешь, Любавушка? А потому что нечего лохудрам всяким к тебе с вопросами цепляться. Это я лохудра? Ну все, хватит. Раскудахтались курицы. Пора нам Бурушку искать. Да и соловья-разбойника я бы повстречать не отказался. Поговорил бы с Алешкой. Да боюсь, баба опять сцепится. А пусть она первая не начинает. Смола хвойная, чрезвычайно для организма полезная. Интересно, откуда здесь золото? Узнаю след Бурушки. Богатырское копыто. На подковы целый путь железа уходил. Отлично! Идем по следам. Потрясающий архитектурный ансамбль. А как по мне, так для ансамбля здесь гуслей и балалайки не хватает. Мята перечная, дыхание освежает. Глядишь, и пригодится. Здоров будь, служивый человек. А не видал ты здесь часом коня богатырского? Видел, конечно. И коня вашего, и князя. А куда они делись, не скажешь? А с чего это я тебе рассказывать что-то буду? Может, из воинской солидарности? Это вряд ли. Знаешь что, чужеземец? Мне здесь еще целых 3 дня дежурить. Придумай, чем мне на посту развлечься. А я тебе про коня твоего, да про князя все расскажу. Ладно, попробую. Вот, отведай. И вкусно, и время скоротать поможет. А про коня богатырского и князя киевского рассказать? Ах да, забыл совсем. Схватили, значит, твоего князя и в тюрьму бросили. А конь при нем был? Сперва вроде был. Все, хватит меня отвлекать. Не знаю я больше ничего. Все, хватит меня отвлекать. Не знаю я. Как-то хлипковато деревяшка для моей богатырской руки.
Что-то есть не хочется пока. Странно даже. А ну проваливай. Посторонним здесь находиться нельзя. Да я только убедиться хотел, что преступники надежно заперты. А то слышал недавно, чужеземца одного арестовали. Говорят, прям зверь настоящий. Так и есть. Привели одного недавно. С виду-то совсем заморыш, но как глянет, аж мурашки по коже. Еще князем себя величает. Но ты не бойся, он надежно заперт в камере для особо опасных преступников. А коня богатырского с ним часом не было? Что-то ты много вопросов задаешь. Ты часом этого самого князя не подельник? Даже наоборот. Ладно, проваливай отсюда по-добру, по-здорову, пока стражу не вызвал. Да, плохо дело. Уж больно их тюрьма крепка. Без тяжелой осадной техники никак не прорваться. А давай на нее огромного боевого слона направим. Зверь мощный, справиться должен. Только как же ты его направишь? Да к тебе же заклинатель дудочку для слона предлагал. Точно. Пойдем к заклинателю. А можно вашу дудочку для слона испытать? Ты с этим осторожно. Раз думать можешь, но не больше. Иначе беда, слон прямо к тебе помчит свои, все тут разнесет. Это я запомню. Отличная дудка. Беру. Если что, приходи. А теперь надо бы на слона на тюремные стены направить. Так это просто. Нужно с дудочкой в тюрьму пройти. Да через окошко заиграть. Скажешь тоже, просто. Меня туда точно не пустят. Ну так я пройду. Смотри и учись. А лучше пойди и со слоном побудь. Проконтролируй, чтобы не делся никуда, пока я в тюрьму проникать буду. Только смотри, если что не так, сразу ко мне беги. Прибегу, как же? Рано дудеть! Сперва в тюрьму попасть надо! Булыжник! Оружие пролетариата! Пустите меня в тюрьму! Лучше по-хорошему проваливай, барышня. О наших заключенных сам Василевс заботится, и другие благодетели им не нужны. Прямо в точку! Это оскорбление Василевса, статья 319 нашего Уголовного кодекса. Хватаем ее и в тюрьму. Да на 75 лет! Хотя я бы за такое гнусное преступление смертную казнь ввел. Ой, смертная казнь как-то в мои планы не входила. Здравствуйте, барышня! И тебя загребли. Добро пожаловать на хату. Меня Илья Муромец прислал, чтобы вас освободить. Не
не бойтесь. Скоро сюда ворвется Илья Муромец на огромном боевом слоне и спасет нас. Белины объелась, что ли? Хотя какая тут белина? Эх. По какой статье упрятали, красавица? По 319-й. Так это тебе еще 75 лет здесь загорать. Нехорошо по чужим тумбочкам шариться. Не вышло. Вот зря я в детстве отказывалась в музыкальную школу ходить. Может, сыграете для дамы? Можно! Ишь, совсем от тюремного воздуха ослабел. Вот возьми, сыграй что-нибудь, а то у меня не получается. А что сыграть? Да что угодно. Ну ладно. Дрянная дудка, не играет. По какой статье упрятали, красавица? По 319-й. Так это тебе еще 75 лет здесь загорать. А не могли бы вы, уважаемый сиделец, охранника вызвать? А как же, могу. Только делать этого не буду. Я тут подземный ход рою. Не хочу, чтобы обнаружили. Не хочу, чтобы обнаружили. Так здесь подземный ход есть. Значит, мы скоро сможем на свободу выбраться. Ага. Как только работу закончу, выберемся. Я охот этот уже 20 лет рою. Осталось-то всего ничего. Какие-то жалкие 3 года. Оглянуться не успеете, как окажетесь на свободе. Нет, так долго ждать мы не можем. Нам бы охранника вызвать и прямо сейчас. Может, согласитесь? А мы для вас что-нибудь взамен сделаем? А мне не надо ничего. Ну, если уж так приспичило, давайте сыграем. На срок тюремный. Выиграете — вызову охранника. А проиграете — так 10 лет за меня отсидите. Договорились. Правила, значит, простые. Нужно по своим шавкам щелбаном щелкать, так, чтобы чужие с поля выбить. У кого на поле шавок не останется, тот проиграл. Бью крученый. Мой ход. Yes. А мы вот так. Так, сейчас моя очередь. Я сделала это. Yes. Бью крученый. Мой ход. А мы вот так. Так, сейчас моя очередь. Бью крученый. Сейчас я класс покажу. Я сделала это. Yes. Я сделала это.
выбрала это! Yes! Я сделала это! Yes! Я сделала это! И вы тоже неплохо играли. Ладно, договор дороже денег. Какие-то подозрительные звуки из вашей камеры. Сейчас проверю здесь все. И если что, пеняйте на себя. Обязаюсь, начальник. А это еще что за запрещенный предмет? Дудочка, но она не играет совсем. Сейчас проверим. Выходит, Алёнушку стражники схватили. Точно так все и было. Да я бы не допустил, я бы их... Но предупреждать о таких вещах надо. А то я сижу, готовности никакой, а тут стража. Ясно все. А коня богатырского куда дел? Так я его во дворец Василевса привел. Только для пущей сохранности. Чтоб когда ты до Царьграда доберешься, вручить в лучшем виде. А он, Василевс, предатель подлый, Бурушку себе забрал, а меня, законного правителя суверенной державы, в темницу к ворам и убийцам и казну государственную себе присвоил. Ну, с Василевсом твоим мы разберемся. Так у него жармия целая. Да и соловей-разбойник, он на службу записался. Значит, со всеми разберемся. И с соловьем в первую очередь. Возьму с собой, а то вдруг устану. Будем дворец брать приступом. Точно, Илюша. У меня от этих переживаний чуть сердечный приступ не случился. Берем в плен знамя противника. Вот бы его поддеть чем-то, иначе не вытащить никак. Вот это всасывающая сила. Цель верная, но высоковато больно. Не допрыгну. Далеко больно. Вот князя забросил бы. Толку от него здесь все равно никакого. Вот это я понимаю. Рабочий кабинет. Какой вкус. А дизайн? Вернусь в Киев, прикажу себе такой же сделать. Да, красно место. Вот только нам Бурушку да Алёнушку выручать нужно. А дверей здесь что-то не видно. Как это? Точно, дверей нету. Неужто Василевск к трону через окно лазает? Вряд ли. Высоко висит, не достать.
Давай, что ли, подсажу тебя. Достанешь эту длинную золотую штуковину. Не штуковину, а скипетр. Деревня ты дремучая. Что ж ты удумал такое? Трон владыческий ногами топтать? А чего с ним церемониться-то? С Василевсовым троном? И то верно. Но давай уж лучше я на трон полезу. Так-то оно посправедливее будет. Ну, давай. Мне-то все равно. Чего-то здесь не хватает. Вот так. Вот так. Вот так.